Сколько застряли? Накакал? Как говорится. Ничего, выехал. Машины не этого боялись. Снег не важен. Опачки. Почти десяточка. Красавчик. Нагрузили. Вот такой металлолом красивый. Сразу запускаю. Вот это что стоит? 47 тысяч рублей. Это все мою. Представьте себе, кальчик, блядь, хожу. Вот там вот эти. Прикольно. Ну, блядь. Где-то шланги. Нужно сидеть дома. На даче сделать всю душу. Вот того только надо это все. И сделать нормально. На даче сидеть. Это же демонтин, блядь, настоящий. Это не то, что сейчас китайское фуфло. Это базик, блядь, это российское производство.